Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Redmi K40, и в данном видеоролике мы вам покажем, как поделиться файлами с помощью этого телефона с любым другим устройством. То есть даже не важно, это будет iPhone или это будет Android. Для этого нам понадобится приложение Send Anywhere, которое выглядит следующим образом. Мы скачиваем его на двух телефонах и нажимаем «Открыть». После чего у нас здесь есть пункт «Отправить» и также есть пункт «Получить». Мы, соответственно, выбираем, что именно мы хотим сделать. Например, на айфоне я хочу получить, а на Xiaomi хочу отправить. Дальше выбираю файлы, которые я хочу отправить. Ставим галочки возле них и нажимаем «Отправить». Нажимаем «I got it». И получаем вот такой вот код. Здесь мы вписываем этот код или сканируем QR-код. То есть 046-016. И нажимаем «Отправить». Дальше ожидаем загрузки. И нам говорят, что файлы начали скачиваться. Здесь мы видим процент. Все, скачивание завершилось. И файлы были перекинуты. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.